Уважаемые пенсионеры, многие из вас считают, что с 1 января 2016 года вас государство чем-то ущемило. За разъяснениями по этому вопросу сегодня мы обратились к начальнику пенсионного фонда по Богородскому району Надежде Александровне Микрюковой. Посмотрите и послушайте, что она нам рассказала. Уважаемые богородчане, на сегодняшний день один из волнующих вопросов – это индексация пенсий. Государством принято решение с 1 февраля текущего года индексировать пенсии только неработающим пенсионерам. На сегодняшний день получатели пенсии в Богородском районе 1977 граждан. Из них приблизительно 20% являются работающими. Индексация пенсии составит 4%. Предположим, у гражданина пенсия 10 тысяч, тогда добавку с 1 февраля он получит 400 рублей. Пенсии, понятно, что у каждого человека различные, и добавка будет различной, но в пределах 4%. Если гражданин прекращает работу, то он должен обратиться в пенсионный фонд, представить документ об окончании работы, это трудовая книжка, и подать нам заявление о прекращении своей деятельности. Тогда со следующего месяца ему будет установлена индексация в размере 4%. Если гражданин продолжает работать не один год, а, предположим, 2 года, то ему с момента увольнения будет установлены все индексации, то есть пенсия будет проиндексироваться за те периоды, которые как бы он пропустил. Уважаемые пенсионеры, следует иметь в виду, что вы не получите суммы индексации за те месяцы, когда вы работали. Сумма индексации будет начислена только после увольнения с работы.